Как разводят на собеседовании кандидатов на низкую зарплату? Сливаю секреты работодателей. После таких переговоров отличные спецы соглашаются работать за копейки. Прием первый. Влезть в доверие, вызвать симпатию и прогнуть. Вы настоящий профессионал и отличный работник, это сразу видно. Вы нам полностью подходите, и мы рады будем видеть вас в своей команде. Но, к сожалению, у нас оплата на этой вакансии несколько ниже ваших пожеланий. Далее называется более низкая сумма, и кандидат соглашается на зарплату гораздо ниже его ожиданий. А если нет, идет вторая атака. Подробнее о зарплатных переговорах расскажу в следующих видео. Почему у вас такой перерыв в работе? Я выгорел и решил немного отдохнуть. То есть, ты у нас можешь выгореть и мгновенно уволиться? Видимо, не способен к высоким нагрузкам в работе. Да и вообще, к работе не способен. Вы нам не подходите.